Вероятно, был скачок напряжения. Свидетели были? Были. Говорят, парень цвет джинсы, светлые волосы. Друг Витьки, я его из-под земли достал. Олег, я тебя прошу, сам ничего не предпринимай. Я тебе обещаю, мы его сами найдем. Твоя бывшая. Где Витя? Там. К нему нельзя там опираться. Доктор, что с ним? Он в коме. Причина пока не знаю. Мы делаем все возможное. Спасибо. Да, Митя. Танюш, ну ты где? Я на месте, куда идти? Твой капитан ждет тебя на яхте. На яхте? На какую именно? Извини, вторая линия. Да, Леонид Семенович. Ты сейчас где? На яхте пригласил покататься, а что? У нас ЧП. Срочно войти. Ясно. Сейчас буду. Мить. Да. Прости, давай в следующий раз. Ну что значит в следующий раз? В следующий раз, может, и не будет. Давай, поплыли. Плавает дерьмо, моряки входят. Что? Удачи. Ну, видишь, капитан. Спасибо. Не, я серьезно. Очень красиво. Прекрати поясничать, а? Да нет, правда, супер, но в таком виде на совещание Семенович может быть недоволен. Я вообще-то на свидание собиралась. Угу. На свидание? А что случилось? Очередная катастрофа глобального масштаба. А, понятно. Все очень серьезно. Угу. Да? Да, Леонид Семенович. Идем. Ну а что? С кем свидание-то? Он капитан. Ненавижу капитана. Хоть в чем-то мы с тобой похожи.